как в ТикТоке говорят, что у вас везде провода? Та-та-та-та-та. Да, провода везде, потому что дом был недостроенный, а вот здесь уже все провода заштукатурены. Там вот розетку сделали. Здесь, конечно, у нас будет маленько другой дизайн. Вот здесь, скорее всего, здесь у нас будет стена, вот такая. Она не будет глухая, она будет прозрачная, ну, как бы, типа, ну, тонкие доски будут. В итоге вот здесь будет стоять не шифонер, а холодильник. И здесь будут полки для посуды там, т.д. Ну, короче, будем делать. Вот сейчас мы это место заштукатурили и потихоньку будем, короче, переселяться. Красить, наверное, будем потом, не сейчас. И те стены начнем делать. Все будем закрывать, все будем под штукатурку. Все будем под штукатурку ложить. Вот здесь полно этих проводов. Вот с кухней разберемся тоже скоро. Вот с этим окном, конечно. Надо ее снять, блин. Когда это случится? Когда мы ее сможем снять? Такие дела.